В мире, который меняется настолько быстро, самое рисковое, что можно сделать, это не брать на себя никаких рисков вовсе. Я считаю это абсолютной истиной. Думаю, многие, попадая в ситуацию, где им необходимо принять серьезное решение, считают, что лучше выбрать наименее рискованный вариант. И, может быть, иногда это будет верно, ведь у всякого решения есть преимущества и недостатки. Но если в целом ты не прогрессируешь, не стремишься меняться, то в итоге ты, несомненно, проиграешь и уже не сможешь догнать конкурентов. Так что, на мой взгляд, действительно самое рисковое, что можно сделать, это никогда не рисковать.